стучусь в окошко, выйдет мать. Кто там? Чего надо? Здорово, хозяйка, принимай на постой солдата, вынимай из печи галушки, Георгиевский кавалер, почеписты. Она смотрит и не узнает. Ваше высокоблагородие, так что и здесь двоющей армии сего числа при
ничего не видать, ничего не видать. Тебе не видать, мне же видать. Сапоги натягивает. Где, где, где? Где бабы не наваливайте, забор сломаете. Поломаете забор. Имейте уважение к пожилым людям. Дайте старичкам посмотреть на Семёна. Тебе не видать, мне же видать. Ну что же тебе видать? Собирается. У нас с немцами мир. Братались. Не собирается.
слыхал там Ленин все делами заправляет. За Ленина слыхать, сидит на старом месте, делами заправляет, стоит за народ. И увольняться по чистой не собирается. Оно как? А Зюков? А Зюков? Ну что, дедуси? Это бабой с фальшивым паспортом по всем дорогам. Пора споймать. Счастливо оставаться. Взаимно. Человек, какие дальше твои думы?
до нее сваток, ты будешь или не будешь посылать, а то, может, про того человека совсем позабылышь ты давно. Нет, сестричка, может быть, она и забыла вспоминать, а я про нее никак не забыл, вот никак не забыл. Насквозь все четыре года помнил и мое слово нерушимо. Семён! Кто-то сказал, Семён! Это тебе показалось! Нет, кто-то сказал, Семён! Нет, это тебе показалось! На четыре года денешься. Куда же я денусь теперь от тебя, когда присужденная я до тебя? А с чем до свиданечка? Да постой! Ну и с чем до свиданечка? Что, моя серденька? Папа, с базара вертаются. Ну, кажи меня, Бог, смотри. Доигрались? Ну, тебя к черту в самом деле. Что это за человек рядом с батькой? Это наш новый работник. Видать, не из наших. Кто такой? Демобилизованный солдат. Его батька где-то на фронте подхватил. Он контуженный, из крыши. Наделала та проклятая война. Делов. Не заметил.
Ванечка. Да постой. Ну и с тем до свиданечка. А вдруг старый опять сватов не примет? А ты посылай таких, чтобы он постеснялся прогнать. Ну каких? Я знаю каких. Ты еще тут? Тут. Первым делом кланяйся матросу царёву. Старый Каченко матросу не откажет. Матросу не откажет. Старый хрен Каченко матроса пужается больше чёрта. Больше чёрта. Первым делом кланяйся главе совета. Товарищу Ременюку. Товарищу Ременюку. Старый хрен Каченко голове не откажет. Потому что голову он боится хуже чёрта. Если надо, то и поклонюсь. А с тем до свиданечка. До свиданечка. Здравствуй, солдат, с приездом. Здравия желаю. Голова здешнего совета. Ременюк. Бомбардир Котко. Матрос Царев. И его невеста Любочка. Будем знакомы. Специально зашли познакомиться. Мы тут всем обществом только что поделили землю помещика Клембовского. На твою душу тут полагается 3,5 десятины. Владей! Участок номер 47. Добрая земля. Приятно слышать. Не упустишь. Не с пустой рукою с фронтом. Приятно слышать. Еще тебе следует из скотины помещика Клембовского. Лошадей одну, коров одну, овец 6, владей! Покорно благодарю общество и советскую власть! Претензий не имеешь. Ну? Ну? Имею одну думку, да только вот не знаю, как сказать бы. Да ты не стесняйся. И богу сам не знаю,
лучше другим разом. Сейчас говори. Что ты причепилась? Он Соньку Ткаченко сватать хочет. Только второго Ткаченко и боится. Цыц ты, халява. Разве не так? Эх, черт! Софьи Ткаченко мы уже давно, только ее батька поперек дороги стал, не хотел за бедного. А тут война. Забрили меня аккурат в ту батарею, где батька ее фельдфебелем был. Вот меня-то он помучил. Ну, в 17-м году мы его на всякий случай арестовали. Стою с ружьем у двери, плакает, плакает Ткаченко. Отпусти, Соньку отдам, ой, отпусти, Соньку отдам. У меня все в душе перевернулось, девочку я открыл ему. Тикай, говорю, ничего я не видел. Он и утек. Вот теперь стою и гадаю о моей судьбе. Примет сватов он или сыграет назад? Помочь надо не дурному человеку. Не правда ли, Любочка? Безусловно. Согласен. Дай 5, будет 10. До свидания, артиллерист. Взаимно. Thank you.
побачить. Побачив? Побачив. Ну, ведь тем до свиданечка. Дай посидеть хотя одну минутку. За одну минутку черт украл Алютку. Посидел. Посидел. Ну, ведь тем до свиданечка. Просичка. Я ну, просичка, а кому не просить? Я все заравна. До свиданечка. А то купите Семён Протиной и поломает. Кому? Себе. Мне. Эй, еще не родился на свет такой человек. Уже родился, и в нем отходит, как поймает. Что ты пугаешь нас солдатом? Может быть, я сам чуть-чуть солдатом не заделался, только до меня черед не дошел. Очень я боюсь твоего солдата. А ну покажись, а тут солдатом не боится. Ой, черт, солдат! Какой же тю на войны же Миколке было лет 13. Ну, что ты скажешь? Пока мы там 4 года протрубили, тут уж все мастрюки женихами заделались. Давно с ним гуляешь. И вот я в первый день 2 года погуляю, а потом посмотрю, быть может, замуж выйду. Thank you.
сразу голову снарядом отрывает. А другие всю войну сидят на батарее и ничего. Какая-то глупость! Никанор Васильевич! Орлик сбил себе холку. Как прикажете поступить? Подожди, сделай милость. Не отдам мои думки. Как там дело? Выкинула Санька из головы. Или дурная мечтает? Мечтает. А кто их знает, Никанор Васильевич, теперь такое времечко, что все девчата поголовно. Халява! Сам хорош! Сивря, что это? Ой, ой, сваты к нам идут, накажи меня, Бог! Сваты к нам идут, Никанор Васильевич! Что? Какие сваты? Сваты, сваты, сваты идут! Обыкновенные, Никанор Васильевич, по Софью! По Софью! На стулья. Тише, в руках держи. Мерси. Мама, я не замечаю. Мебель вполне как в городе. Скорее достаньте, мама, красный был платок с зелененькими розочками. А где же он? В сундуке. Что же это вы? В сундуке? Ты на том же сундуке сама сидишь. Никанор Васильевич. Ой, господи ты, боже, скорее, ну скорее. До нас в совет не зайдете. Не расстраивайся, деточка моя. Зайдем. Не расстраивайся. Только чужих лошадей мне не надо. Как же, мама, мне не расстраиваться? То же самое. Только сваты дожидаются.
той земли я не сильно страдаю. Где мое место, мама? Как вы скажете, товарищ Ременюк? На шейке у тебя, на шейке, солнечко. Я скажу, есть еще сильно несознательные люди. Я совсем готова, мама. Ой, не загораживайте, мама. Да я не загораживаю. Пустите. Мне только тоже интересно посмотреть. Это не ваш интерес, а, скорее всего, мой. Меня сватают. Кланяется вам молодой князь, известный вам товарищ Кото, Семён Фёдорович. Человек вполне молодой, справный, здоровый, холостой. Хоть сейчас может обкрутиться с кем угодно. Заткнись, ради бога, поперед батьки, не суйся в пекло. Кланяется вам молодой князь и просит выдать замуж за него вашу дочку. А я что говорю? Привяжи ты балалайку. Не ожидал я такого дела. Дайте подумать. Чего там думать, все ясно. Девушка согласная, согласная. Семён согласный, согласный. А что касается папы, то папа тоже согласный. Папа свое нерушимое слово давал Семёну на фронте. Там у них один разговорчик был. Не молчите, папа, подтверждайте факты на лицо. Ту, как же, папа? Я слава не вертаю никогда. Так а дочка, так и я. Пускай оно сама вам скажет за себя. Извиняйте. Попадались у нас в Черном море. О, знаешь, пожалей свою родную дочку. Сита, какие курицы разговаривают не с тобой. Курицы из кондукторов. Санька, ну? Я согласна. Тише, дура. Убери свои руки с лица, не моргай. Я согласная. Слышу, что согласная. За кого идешь? Кого мне в сети я устраиваешь? Может, думаешь, что этот тарарам в России будет продолжаться 10 лет. Так не мечтай, себе говорю, скоро сюда немцы до нас придут. Вот за ними и дожидаться. Слышь,
слышишь, брат, слышу звук, свежий ветер, ух ты, ух ты. Трошки подожди, если даст Бог, то найдется для тебя тогда один неплохой человек. Не треба мне от вас никакого человека. Отчепитесь от меня, папа. Сонька! Милая, все равно ты за кого другого, кроме Семена, не пойду и кончено. Скаженная! Сами вы скажены! А я на! Последней совести лишился человек. Шаба! Никанор Васильевич. Ну, как там дело? Любочка любимая. Заручаете? Заручаем. Сонька. Ой, Сонька. Семейный шпал. Ша, Сонька. На 12 баллов. Не трожьте меня, папа. Сонька, вернись. Идите. Вас там сваты дожидаются. Сваты. Ша. Шкандал мне. Вам, молодой князь, известный вам человек, Семен Федорович под фамилией Котко. Какой будет ваш ответ? Какой будет ваш ответ? Какой будет? Ой, сеанс окончен. Стой, не наливай. Ходите. Понятно.
знаешь, Любочка, что я через эти заручения сам никак время не имею заручиться с тобой. Переутомился до черта. Семён Котко, бомбардир, Семён Котко, бомбардир, 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 Семён Котко. Ну что ж, Кутко, здравствуй. Здравия желаю. Пришлось-таки нам с тобою еще раз побачиться. Пришлось. Ну что ж, когда так, прошу, седайте на стулья, закусывайте. Ваша хлеб-соль, а наша штабс. За цирлих, манирлих, заходьте. Музыка.
добрый день. Не бойтесь, мы не суть ваши враги. Ваши закадычные друзья, Бог помочь, спаси. Президент, то по-российски будет председатель деревенский зовет. О, председатель, это до вас, уважаемый сват. А в чем дело? Акту! Внимание! Командующий императорского и королевского соединенного отряда предписывает вам по получении всего немедленно доставить на склад полевого интендантство 1200 фунтов или пшеница 3700 фунтов сена 225 фунтов овес и 200 фунтов свинское сало. Случайное выполнение этого приказа виновные будут арестованы. Обер-лейтенант фон Вирхов, то есть по-российски битте, Herr Unteroffizier имеет знать от вас ответ для Herr Обер-лейтенант. Милости просим, седайте с нами. Кушать. Чем Бог послал. Верза. Эссен. О, das ist gut. Danke schön. Прошу. Собака не ест так голодна, как мы. Почарки горилки за здоровье жениха и невесты. Sehr gut. Sehr gut. Девчата, спевайте. Там у тебя. Говорю вам, спевайте. Отчепись. Спевайте, дьявол вас ешь. Что вы, старосты, старосты, сидите? Что подумал, что подумал, не идете? Свежее солнечко, не ваша, наша.
хорошо поют на Украине. Сэр Гуд. Кушайте. Пойте же. Никола, обрати внимание. Росечка, обрати внимание на винтовки. Уже обратила внимание. Хорошие винтовки. Вас ответ. Какой ответ? Насчет продуктов. Каких продуктов? Какие есть, написано в бумаге. В бумаге? Так есть. В какой бумаге? В этой. В этой? Так есть. Абер. Царев, ну что они от меня хочут? Пощенить соловьё сено и свинский салов. Так кушайте вот сало, а вот и горилка. Бумага! Где бумага? Нет бумаги! Бумага! Нет бумаги! Ай, вы есть арестованы! Руки вверх! Вивафен! Где есть винтовки? Это бунт! Дай винтовки! Позабудьте ваши винтовки! Выпейте! 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 Ноль! О! В чем дело? Скандалите чего? Пришли назвать таких гостей головой с того! С того! И шабаш! Верно! Не трогать их! Катитесь пока целы! Сдать эту дорожку! Хлеба, сено, сало! Катитесь! Живо! Вы нам за это ответите! Что это значит? Это значит, что враг у ворот. Всем коммунистам уходите из села. Тот, кто останется, схавайте оружие и будьте готовы. Дину, храни бумаги, это список бедняков и раздел кремлёвской земли. Дорогие бумаги, дорогие бумаги, как зеницу ока, как зеницу ока. Идем, матрос, иду. Не уходи, Василек, Василечек. Иду, но не семь минут, конечно, обкручусь с тобою, Любочка. Как хочешь, не маленький. По крайности бережи свою голову. Не в дровах нашел ее. Неподходящее время для твоей любви, Семен. Прячь оружие, ты удержи. Смажу салом и зарою в землю.
скоро пригодится. И с тем до свидания. До свидания. До свидания. Товарищ Ременюк. Товарищ Ременюк. О, какая неприятность! Не могу вас больше задерживать, гости дорогие. Звиняйте, звиняйте. Тебе и свадьба, вот тебе и свадьба. Маленькие стеночки, явные предо мной на воле.
Сами вы не знаете, что вам от ручки нужно. Да,
но, не разговаривать. Дядя
Семён. Я тебя не спрашиваю, дядя Семён. Я с нею разговариваю. На дому. Дядя Семён, ще трошки погуляем. Ты ей еще не жених, но дому прося, солнце всходит. Дядя Семён, я вас провожу, хотя немного. Ничего. Пора бы. Самое время. Пойду, лягу. Ничего. Я подежурю. Не председатель сельсовета Ременю, с ним еще штук шесть большевиков, бежали из села
вчера. Эх, не угадали. Матрос здесь, который землю делил, он где? У невесты отставка вторая хата. Он, она где? Акация во дворе. Найдешь. Найду и сейчас же. Че кто есть? Старик Ивашенко бумаги сельсовета прячет. Хата где? Аккурат рядом. Он, она, яблоня во дворе. Вижу. А ну-ка, хлопцы, пока не стало солнце. Милости проси в нашу хату. Спасибо, времени нема. Сначала надо сделать. Дерево тут высокого часом не имеется. А вот коло церкви старая груша. Та, она ж сухая, зато крепкая. Двух уполномоченных удержит. Вполне. Сердюк, веревка есть. Приготовь на двух уполномоченных. Вот лестничку бы нам. Такую. Такую. Нам ненадолго. Хоть на целый день. А ну, хлопцы, пока народ не проснулся. Проснется народ. Груши. Дядя Царев, вражьи гайдамаки окружили все село. Поскакали к вашей хате. Тихай скорее, Василек, Василечек. Любочка, без паники. Тихо, кайте кухонными руками. Потише! Не трожьте, ой, я старый солдат доблестной русской армии. Тащи! Ты продажный юбей! Заткни! Ты продажный юбей! Провокацию. Ой,
здравствует! По-русски. Штаб-ротмистр бывшей русской армии Клемповский, сын генерала Клемповского и владелец этого имения. Позвольте мне, исполняя ваш приказ, вручить вам мое оружие. О, нет! Я прочел на нем за храбрость. Такое оружие голыми руками не берут. Оставьте у себя. Немецкая армия умеет ценить благородных противников. Благодарю вас, лейтенант. Прошу, ротмистр. А теперь позвольте представить верного слугу и друга. Это наш человек. Эй, Ткаченко! Никанор Васильевич. Здравия желаю! Позвольте просить вас откушать в моем садочке, чем Бог послал. Ивря, Софья, Щецарская, белой головкой. Пью эту чарку за двое ирландцев, также за то, чтобы оправдать их доверие. Держаться мне одной рукой.
окусить их высокоблагородием. Представить вам на усмотрение список неблагонадежных крестьян. Тут, между прочим, имеется некий Семён Котко, которого следует в первую голову ликвидировать. Семён Котко, так точно, тут. Что же это, Сонечка? Только догадный! Сейчас, папа! Коченко! Так точно! Заради Господа Бога! Бежи до Семёна скорее! Бежу, бежу! Расскажи про бумагу ему! Пускай на минутку придет сюда! Бежу, бежу! Раз, раз, бежи! Куда глаза?
дядя Семён, дядя Семён. Собираюсь ехать куда? В степь я с вами, дядя Семён. Едем вдвох, едем вдвох. Не кидай меня во смерть с тобой. Ни Соня, то не ваше женское дело, а наше солдатское. Дожидайся, не журись, дай Бог, побачимся. Какие твои думки? Мои думки такие. Стыдно нам, что матрос Санёк и старый Васенька висят на суку посереди села. Боята правда, Микола, стыдно нам это бачить. Уложить прикладом солдата часового, снять с груши матроса Царёва и старого Ивасенка, положить на подлогу и податься в степь до повстанцев. Какие ваши думки? Как твои? Соня, не журись. Куда же вы, скаженные, едете? Живы будем, знать дадим. Вон к той далекой балочке Фросичка шукай нас. Мой гусак стоит за тыном, моя Машка за кустами. Скорее, пока улица пуста. Руки у меня были связанные,
но теперь не жди от меня снисхождения. Не трогайте меня! Молчать, иди сейчас до дому! Тебе треба, Семёна, скоты. Так я скажу, что твой Семён с Михалкой бесплотно убили немца часового. Сняли с дерева старика и баченка. Скоты! И матроса царёва. Его споймали, мама, что же вы молчите, мама? Только твою красивую морду жалко нагайкой испортить. Где Семён? У тём дьявол. Тучок. Семён убежал, убежал, Прося, Прося, убежал. До дому помни, Скажешь лишнее слово, Убьёшь, выйдешь за ворота, Убьёшь, дочь ты мне. Позвольте доложить, что преступник большевик Семён Котко бежал. Хата, так точно. Хата, где его? Вот она, господин лейтенант. Oh!
Селянин, цена вполне подходит.
Куда? Туда, где злидней нема. Значит, до нас. Ременюк. Ха-ха-ха. О, молодой князь, я так и располагал, что скоро ты к нам появишься. Что скажешь хорошего, мало? Оружие привез. Привез. А что на подводе? О, батьке. Yeah.
против иноземного. Ленина, Ленинца, имя Ленина.
Значится, значится, какой же мы видим пред собою предмет? Пушку, пушку, пушку. Повторяю, мы с вами видим пред собою предмет артиллерийское орудие или же полевую скорострельную трехдюймовую русскую пушку. Пушку, пушку. Пушку образца 904 года с поршневым затвором. Чего? Чего? А также с компрессором. Чего? Чего? Компрессором! Во-первых, она состоит из двух неподвижных станин. Чего? Станин, поставленных на колеса. Одно колесо в порядке, а другого не хватает. О, это орудие сильно побитое. Видим. Во-вторых, она состоит из лафета с хоботом. С хоботом, скажи, пожалуйста. С хоботом и правилом. Правила якость Шкода оторвала. А лафет и хобот целы. Вот лафет, а вот хобот. Хобот, 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 хобот. Затем имеется... Занимаетесь, хлопцы. Занимаемся. Орудию учим. Хобот изучаем. Перед командиром треба стать, хлопцы. Такая воинская вежливость. И не галдеть всем сразу. Ку-ку. Ку-ку. Кукушка. 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 Ку-ку. Микола кукует. Уже подошла. Что тут делаешь? Брата шукаю. Брата? Здесь не брат, а позиция. Наступит нам надежда.
дает замуж за самого Климбовского. Стой! Сама Софья скотела. И осина ее погреб посадили, но замок крепко заперли. Я же потихоньку в борт качена перелезла, Сонькой через тот замок два раза говорила. Ну? Она через замок сильно плакала. Бежи скорее до Семёна, найди его где хочешь. Когда свадьба? Завтра в нашей церкви. Где мы это побачим? Товарищ командир, товарищи бойцы, Слухали. Слухали. На коней, товарищ командир, поднимай отряд. Ну. Не Семён, это отряд не твой и не мой, а рабочая крестьянской Красной армии. Значит, через то пропадай, моя крестьянская доля. И, Семён, за твою долю бьется весь трудовой народ. Это ваше последнее слово. Последнее. Что ж это со мною вы делаете? И, Семён, отдайте коней. И, Семён, выхожу из отряда. Как хочешь. Выхожу из отряда. Выходи, нам таких верных в отряде не треба. Сам отобью, пешком побежу. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Кто такой? Говорит, что вам пакет. От вас в одном переходе приказываю произвести глубокую разведку в тыл неприятеля. Зад
задача — удар по вражескому штабу с целью вызвать панику. Попутно установите связь с населением тыла, начтив Емельяненко. Вот это так! Ну, голуби, пару подходящих голубцев! Я! Стойте, где же этот самый горячий из вас? Семён! Что? Да ну же, Семён! Перед командиром треба встать, Катко. Такая воинская вежливость. Треба сделать панику у врага в тылу, задурить их вражьи головы, подорвать гайдамацкий штаб. А поскольку штаб в твоем селе, посылаю тебя в разведку. Слушаюсь! Ну, Семён, возьми Миколу, выбирай любую бричку, запрягай трофейных коней, бери пулемет и ручных гранат, штук шесть. И с Богом! Пулемет на беге тачанку! Микола, айда, айда! Страшенные, куда же вы скачете? Прости, Фросечка большая! Thank you.
верст за 15. Надеюсь, немецкие войска проучат эту сволочь. О, не сомневайтесь. Каченко! Я, ваше высокоблагородие! Букет! Слушаюсь, ваше высокоблагородие! Прошу вас! Васенко,
привести в исполнение. Так точно. Ну как? Несите осторожно. Приговор. Крестьянин Семён Котко и крестьянин Миколай Васенко приговариваются к смертной казни через расстрел. Приговор привести в исполнение немедленно, публично. Ну что, доигрались? Разве одол я сына прошлой недели, что меня сегодня не чуют. Лейтенанту фон Пирхову от начальника штаба дивизии. Ввиду изменившейся обстановки приказ немедленно очистить село и отступать на 20 километров на запад.
все продовольствие под усиленным конвоем отправить на станцию Кодыма. Не сварил твой котелок, что та дичина. Дочь богатого и образованного человека. И стало быть, тебе не пора делать тихо. Население не должно знать. Затем увидел ты, Котко, богатую клембовскую землю. И гладкою клембовскую скотину. И сам думал, теперь большевистская власть, власть царя и от Бога, а ты идет смог. И вот до чего твоя дурь довела. Мало твоего времени осталось, Котко. Сперва, Котко, меня ты уважил. Тогда и был я самый главный дурак. Потом тебя я уважил. Затем обратно ты меня уважил. Ну, уважу тебя на прощание. На, закури перед тем, как чертям. Мессо к суди. Друзья мои, пройдемся на площадь под грушу. Груша-то знакомая. Thank you.
Пришла к нам на соединение батарея. Пушки у них хороши, а наводчиков нет. Явись в распоряжение батарейного командира. А то он горько плачет без хороших наводчиков. Слушаюсь! На подводы и состоят при обозе. Верно, за нашу долю надо биться. За нашу.